Латвийский павильон. Множество скульптурных форм. Множество материалов. Я вижу металл, вижу вату, пластик, какая-то веревки, дерево, естественно, снова бумага. Что интересно, свет тоже является как бы материалом. Вот эти световые пушки высвечивают такие интересные контуры на стены. Можно сказать, модернистская скульптурная работа. Грузия. Грузия в прошлый раз порадовала своим домиком, в котором шел дождь. Сейчас они построили инсталляцию с элементами видео. Да, бассейн, не бассейн. Жопой наклонившись в камеру, что-то там пытается белая сторона, тут черная сторона. Очевидно, что-то ломается, и поэтому вот девушка препятствует попаданию влаги на мониторы. Ну ничего. А, ну и здесь прикол в том, что как бы, я так понимаю, это видео одно и то же, просто оно в негативе идет, в инверсии.